В реестре самовольно построенных нестационарных торговых объектов Самары числится более 200 незаконных сооружений. Это киоски, ларьки, палатки. По закону органы местного самоуправления наделены полномочиями выявлять и демонтировать такие постройки. Иногда собственники незаконных сооружений ликвидируют и вывозят их самостоятельно. Если договориться не удалось, либо собственники объектов не найдены, демонтаж делают муниципальные власти. На еженедельном совещании в мэрии Самары, которое провела глава города Елена Лапушкина, обсудили, как организована работа по вывозу незаконных торговых объектов. В 2023 году с территории вывезено и демонтировано 117 самовольных нестационарных торговых объектов, 98 самовывоз и 19 в рамках муниципальных контрактов. По состоянию на 1 января текущего года в реестре самовольно установленных НТО включено 243 объекта. Несмотря на то, что незаконные торговые объекты продолжают возникать, их количество год от года значительно снижается. Например, в 2017 году на территории Самары насчитывалось 1147 объектов, сейчас почти в 5 раз меньше. В Октябрьском и Советском районах активно работают собственниками, которые самостоятельно вывозят незаконные объекты. Больше всего самовольных построек числится в Кировском и промышленном районах. Обращаю внимание на организацию работы и приоритет поставить, конечно, наши гостевые маршруты Московская, Новосадовая, в центре на основных наших магистралях по поводу вывоза. И, безусловно, ни в коем случае не допускать появления новых объектов. До конца текущего года только районные власти планируют демонтировать и вывести более 100 самовольно установленных объектов. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.